Доброго дня! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». В ефірі програма «Це вас хвилює». І сьогодні ми поговоримо про алгоритм діагностики, про основні принципи лікування та про профілактику туберкульозу. Про ситуацію в області та про ті моменти, які я вже анонсувала, будемо говорити із нашими шановними гостями у нас в студії. Пані Мзія Свердлова, кандидат медичних наук, завідуюча відділенням номер 12 обласного протитуберкульозного диспансеру. Доброго дня! Пані Мзія, рада вітати вас у нашій студії. І пані Світлана Стригуль, завідуюча відділенням номер 11 обласного протитуберкульозного диспансеру, обласний дитячий позаштатний фтизіатр. Доброго дня, пані Світлано, рада бачити вас у нашій студії. Питань багато, сподіваємося встигнути обговорити більшість із них. На початку хочу ще раз нагадати вам, шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі. Номер нашого телефону 76 92 42. За цим номером ви можете телефонувати і ставити свої запитання нашим гостям, а ми поки переходимо безпосередньо до нашої теми. Коли ми говоримо про туберкульоз, то завжди очікування дуже тривожні. Ми розуміємо, що ситуація напружена, гостра. І, зокрема, тривалий час Миколаївська область, на жаль, була одним із лідерів серед хворих, я перепрошую. Яка ситуація на сьогодні? Чи змінилась вона? Вы знаете, да, с 1995 года в Украине была объявлена эпидемия туберкулеза, и очень долгие годы наша область занимала одни из первых мест по уровню заболеваемости среди всего населения, и взрослых, и детей. Так еще 4 года назад мы занимали второе место среди регионов с высоким уровнем заболеваемости. Но вот уже 3 года подряд у нас отмечается снижение заболеваемости среди населения туберкулезом, и на сегодняшний день область заняла 6 место. У нас заболело в прошлом году 803 человека туберкулезом, а всего у нас всех контингентов больных туберкулезом насчитывает 1540 человек. Из них треть, около 35%, это больные заразными формами туберкулеза, то есть бактериовыделители. То есть вы можете судить, насколько большой у нас резервуар на сегодняшний день остается туберкулезной инфекцией. И поэтому, к сожалению, больные заражают своих близких, заражают своих детей. И если говорить о заболеваемости среди детского населения, то последние 2 года у нас отмечается рост заболеваемости. Само среди детей? Именно среди детей от 0 до 18 лет. И если отдельно взять деток до 14 лет и подростковое население. Особенно, если посмотреть на структуру заболеваемости, то в основном болеют подростки. Это из всех заболевших они составляют 59%. И у нас в прошлом году отмечался рост заболеваемости почти в 2 раза. Заболело 23 подростка, в отличие от 13 в 2014 году. Далее, кто чаще болеет? Это детки младшего возраста, это детки до 4 лет. Они занимают в структуре заболеваемости у нас 26%. В прошлом году у нас было даже 2 случая заболевания туберкулезом у детей до года жизни. Даже в таком раннем возрасте детки болеют туберкулезом. Конечно, в основном это тесный контакт с родителями больными туберкулезом в таком раннем возрасте, так как мы понимаем, что детки до 4 лет или до года, они еще не посещают детские коллективы, они не так часто ходят в общественные места, и поэтому источник заражения – это в основном близкие люди – папы, мамы, дедушки, бабушки, дяди. Именно они приносят в дом туберкулез и передают своим детям. А детки от 5 до 14 лет, вот заболело у нас 15% от всех заболевших таких детей. И в основном это легочные формы заболевания. То есть среди больных туберкулезом 95% это занимает туберкулез легких. И около 5% это внелегочные формы туберкулеза, когда у нас поражаются практически все органы и ткани организма. Это и кожа, и кости, и почки, и половые органы, и нервная система. То есть практически все органы могут поразиться туберкулезом. Якщо говорити про ту статистику, якої ви торкнулися, на сьогодні все ж таки Миколаївська область не серед лідерів, скажімо так, все ще в першій десятці, але вже не серед лідерів. Чим ми можемо пояснити таке скорочення? Скорочення заболіваємості? Да. Я думаю, що у нас введены программы контроля за туберкулезом. То есть государство целенаправленно
готовит программы, участвует Всемирная организация здравоохранения для того, чтобы взять под контроль эту проблему. И ежегодно, вот, например, сейчас у нас проходит месячник борьбы с туберкулезом. Каждый раз под новым лозунгом мы проводим эту кропотливую работу. В этом году это лозунг «Объединимся для того, чтобы положить конец туберкулезу». Когда мы проводим очень много организационных моментов для того, чтобы информировать население о том, что такое туберкулез, как его заподозрить у себя или у своих близких, как проходить обследование на туберкулез, чтобы вовремя выявить это заболевание и не было запущенных форм туберкулеза, как проводить профилактику. Мы проводим много организационных мероприятий в школах, в учебных заведениях, в техникумах, в училищах, в институтах. Проводим разные конкурсы среди учащихся. И участвуют в этом наши коллеги, это и СПИД-центр участвуют и кожвен-диспансер. Тобто дійсно об'єднаємося, да, заради перемоги. Полностью мы все объединяемся для того, чтобы победить эту болезнь. Притом государственная программа, у нас есть стратегия борьбы с туберкулезом. Когда государство полностью закупает медикаменты для лечения больных, организовывает диагностику туберкулеза у больных, профилактику, то есть все силы направлены на то, чтобы победить туберкулез. Поэтому заходи... они и прибудут, да. Про заходи профілактики ми обов'язково ще поговоримо, а так само поговоримо і про те, як же правильно обстежувати. Ви сказали, пані Світлано, про те, що це важливо. І далі я пропоную поговорити саме про те, який же алгоритм обстеження хворих на туберкульоз на сьогодні існує. По приказу 620 от декабря 2014 года мы пользуемся алгоритмами выявления больных с подозрением на активный туберкулез легких на первом, втором и третьем уровне медико-санитарной помощи. Он включает в себя и активное выявление туберкулеза, и пассивное. Активное выявление туберкулеза – это флюорографическое обследование, где выявляется патология. Если не выявляется патология, то рентгеноснимки выкладываются в архив. И до того момента, когда в следующий раз больной, приходя на флюорографическое обследование, может мы заподозрим какие-то патологию, и тогда из архива вынимаются рентген-пленки, сравнивается, и мы определяем, действительно ли это в этом году этот случай. Если есть патология, то обязательно передается участковому врачу или семейному врачу, который определяет необходимость дальнейшего обследования больного. Если там имеются инфильтративные очаговые изменения, направляется это в городскую, по месту жительства, больной проходит лечение, неспецифическую тест-терапию в течение 2 недель, а далее последующий рентген-контроль. При отсутствии динамики больной направляется к фтизиатру, обследовав заранее на первом-втором уровне анализ мокроты на возбудитель туберкулеза. Это что касается флюорографического обследования. И пассивное обследование, когда пассивное обследование больного происходит, когда больной жалуется, имеются симптомы интоксикации и грудные симптомы. Это кашель в течение 2 недель, такой надсадный, не обязательно сильный, лающий, увеличение или температуры, повышение температуры тела до субфебрильных цифр 37-37,2, боль грудной клетки, одышка, слабость, ночное потовыделение, необъяснимое ничем, снижение веса. Снижение веса и одышка, может быть. И вот такие симптомы, они которые направляют больного также на обследование рентгенологическое и обязательное исследование мокроты в первую очередь. И исследуя мокроты, конечно же, мы определяем, действительно ли больной имеет такого возбудителя. При наличии возбудителя больного дальше дообследует по месту жительства городской, допустим, в гортубдиспансере, или это в районе будет участковый фтизиатр, и после дообследования направляется с подозрением, действительно, это туберкулезный процесс, и уже мы больного получаем. То есть общая больничная сеть, она выявляет туберкулез, а мы уже при тяжелых случаях проводим дифференциальную диагностику, если это невозможно на амбулаторном этапе. Какие методы у нас, больной, поступивший в нашу больницу? У нас есть по приказу, опять-таки, 620-му, у нас есть условия поступления. При каких? Это бациллярные больные, не бациллярные или не бактериовыделители, но уже с тяжелыми сопутствующими заболеваниями они к нам поступают. Для этого и больные обследуются.
Какие методы обследования у больных ждет наша больница? Во-первых, хочу сразу оговориться, что все обследование, лечение проводится бесплатно. Именно лечение туберкулеза и обследование всех сопутствующих заболеваний. Это очень важно для телезрителей, чтобы они понимали, что государство думает о них, что государство их не бросает в такую тяжелую минуту. И поэтому больные, поступившие, они, естественно, они знакомятся с теми положениями, которые имеются, требуются для обследований, соглашаются, пишут согласительное письмо, и дальнейшие обследования проводятся в отделении. У нас прекрасная микробиологическая лаборатория, бактериологическая, клиническая лаборатория. Есть новые методы обследования, которые не в всех районах есть, только по Украине в 3 районах, в регионах. И это геномолекулярные исследования. В течение 2 часов мы можем выявить 2 способами, либо джином, либо хайном, мы можем выявить, действительно ли болен туберкулезом. И у нас прекрасно работает рентген-аппаратура, в том числе компьютерные исследования. И тоже хочу уверить всех зрителей, телезрителей, что это бесплатное лечение и обследование бесплатное. То мы можем переконатись, что алгоритм выявления хворих, он на сегодня задіяв сучасні досягнення техніки. Це не відбувається, ну, як припустимо, 50 років тому, тому що дійсно багатьох це лякає. Да, действительно, это так. И более того, хочу сказать, что мы, естественно, ведем борьбу по программам Challenge TB. Сейчас обследование больных также проводится не только туберкулезных, но и сопутствующими заболеваниями. Это фактор риска, это я хотела бы сказать о факторах риска медицинских и медицинских и социальных факторов. Медицинские факторы риска – это у любого человека, будь то он социальный, социально необеспеченный или наоборот, это хроническое заболевание в легких, в том числе бронхиальная астма, хронические обструктивные процессы в легких, заболевания желудочно-кишечного тракта, любые гастриты, язвы, также сахарный диабет, это не так часто, у нас даже одно время было отделение сахарным диабетом и туберкулезом, желудочно-кишечным трактом и туберкулезом, это ВИЧ-инфицированные больные, которые сейчас на первом месте на внимание привлекают. Заболевания, которые, допустим, психбольные, которые действительно, у них иммунитет слабый, и они входят в эту группу. Онкологические больные, употребляющие, принимающиеся препараты, снижающие иммунитет. Это цитостатики. Также, больные, которые любые заболевания, снижающие иммунитет. А социальные больные, то есть по поводу социальных я хотела сказать одни слова. Это бездомные больные, пациенты, это безработные, малоимущие, употребляющие наркотики, злоупотребляющие или употребляющие наркотики и алкоголь. Это дегуманизированные люди, которые входят в это число. И не только прибывшие из заключения, находящиеся в СИЗО, это люди-переселенцы из тех миграций людей, это переселенцы из тех районов, где высокий процент заболеваемости туберкулезом. Но я хотела бы оговориться, что не только социальным причинам попадают больные. В настоящее время люди совершенно обеспеченные могут также попасть в этот список, потому что у них нет соблюдения режима, они боятся бросить работу, они не 8 часов, а больше работают времени. Естественно, эта психологическая и физическая нагрузка приводит к ослаблению клеточного иммунитета. До факторів ризику належать так само недотримання режиму, недотримання режиму харчування, навіть якщо це достатня кількість продуктів, але вона вживається не своєчасно або це не гаряче, скажімо, харчування. Да, ну это образ жизни, который ведут те, которые зарабатывают деньги, это все-таки откладывается на здоровье. Ну, потому что действительно мы привыкли все ж таки вважати, що в першу чергу до групи ризику належать соціально незахищені люди. А как можем сейчас переконатися, это не завжди так? Я вам привела причины, несколько причин. Не только с едой связано, но и бытовыми условиями, психические перегрузки. В эту группу входят люди с тяжелым физическим трудом. И ходят люди в этот список, которые имеют с вредными веществами контакт.
Это профессиональное заболевание. Поэтому не только еда имеет значение. То есть даже абсолютно забезпечені, успішні люди теж цілком і повністю можуть стати вашими пацієнтами, якщо їхній імунітет буде послаблено з якихось причин. Безуспішно, тому що туберкульоз – це інфекційне заболівання, яке передається воздушно-капельним путем від чоловіка до чоловіка, визиває мікобактерії туберкульозу, це вже всі знають. Ну і хотіла б сказати, що тільки во всьому світі тільки 1/3 людства інфіцірована, а тільки 10% заболевают туберкулезом. Остальные проценты... Иммунитет допомагает... Собственный иммунитет... Допомагает подавать. Да, помогает в борьбе с туберкулезом. Оскільки мы зачепили факторы ризику, пані Світлано, вы сказали на початку нашої зустрічі про те, що якщо говорити про дітей та підлітків, найчастіше хворіють саме підлітки. Тобто така середньовікова категорія. Це пов'язано якимось чином з тим, про що говорила нам щойно Мзія Володимирівна? Можливо, недостатній відпочинок, надто великі навантаження? Ви знаєте, в даному випадку я сказала би так, що в першу чергу впливають это особенности этого подросткового периода, сами по себе. Потому что организм в этом возрасте направлен именно на перестройку, на взросление. Человек интенсивно развивается, растет, его эндокринная система перестраивается. Поэтому в этот момент вот как раз иммунитет где-то не срабатывает на защиту от инфекционных заболеваний. Это раз. Два. Скажем, наши дети в подростковом возрасте, у них немножко кризовое такое поведение. Они пытаются все испытать и попробовать на себе. И они редко, когда прислушиваются к советам взрослых людей, они выбирают, с кем им общаться, куда им ходить, как себя вести, чем заниматься. То есть мы в этом плане немного меньше можем на них повлиять. И у них отсутствует вот осторожность в общении. То, что я всегда советую родителям, все-таки мы должны учить своих детей даже с кем надо дружить. Пусть это где-то звучит немножко так вот неправильно, но все-таки мы должны знать, с кем дружат наши дети, и выбирать и формировать их круг общения. Потому что зачастую в этот круг общения могут попасть больные туберкулезом люди. И можно я немножко вернусь к обследованию, потому что у детей оно немного отличается, так как вся вот направленность физиатрической детской службы именно идет на раннее выявление не только заболевания туберкулезом, но и выявление детей, у которых чаще может развиться туберкулез, то есть более группа риска по туберкулезу. И сколько уже лет, очень давно, с начала 20 века, когда начала использоваться проба МАНТУ, и она на сегодняшний день остается очень актуальной, потому что это единственная проба, которая позволяет выявить наличие бактерий туберкулеза в организме, ну, в данном случае ребенка. Показать, есть или нет, насколько активна бактерия туберкулеза. Поэтому, когда проводят ежегодно пробу МАНТУ и сравнивают ее результаты ежегодно, и отбирают детей, которых показано до обследования, то есть проведение рентгенологического обследования, анализов крови, мочи, если надо, лабораторного обследования, геномолекулярного того же обследования, что нам позволяет выявить, как уже детей, заболевших туберкулезом. А в основном это дети, которые абсолютно не имеют никаких жалоб. Если говорить о детях, то жалобы появляются у детей крайне редко. Даже бывают вот запущенные случаи туберкулеза. Уже есть деструкция, есть бактериовыделение, а жалоб практически нет. Их надо выуживать, выспрашивать, и не всегда сразу тебе рассказывают, что есть какая-то слабость. А зачастую люди... Ну, тяжелее. Да, люди связывают свою слабость, недомогание, снижение работоспособности с большой нагрузкой. А особенно у детей. Школа какая сейчас тяжело, да? Сколько предметов новых. Еще додатковые какие-то гуртки. Додатковые, да, дополнительные задания. Поэтому туберкулез у детей выявлять надо еще до того, как появляются всякие заболевания, всякие жалобы. Лечить такой туберкулез, конечно, будет намного легче, чем уже запущенную форму туберкулеза, которая требует и больше времени, и больше препаратов, и зачастую может, к сожалению, заканчиваться даже инвалидизацией ребенка. Это меньше эффективно может быть ребенок. Да, и менее эффективно. Ви щодня зустрічаєтеся із пацієнтами і прекрасно знаєте, я не відкрию вам таємниці, що туберкульоз – це дуже тривожний діагноз. Люди його бояться.
Тому що не розуміють, як далі бути, що робити, як він лікується. Давайте про основні принципи лікування поговоримо. Основні, ну, лічення туберкульозу, звісно, не потрібно боятися. Нужно бояться позднього виявлення. Самые главные пріоритетні вопросы, которые стоят перед нами, это раннее виявлення туберкульозу. Когда больной к нам приходит, он спрашивает: доктор, я могу вылечиться, я не опоздал на лечение. Это говорит о том, что каждый понимает, что он должен прийти рано, что запущенные формы туберкулеза, это уже тяжело можно излечить. То есть раннее выявление, ранее начатое лечение, потому что выявляют в одно время, а начинают лечение через 2 месяца, якобы это им помогает. Ранее начато лечение, комплексность лечения. Мы комплексно обследуем как ВИЧ-инфицированные, так и туберкулезы совместно, назначая АРТ-терапию. Это очень важно. Расшифруйте, пожалуйста. Без АРТ-терапии, без антиретровирусной терапии у ВИЧ-инфицированных больных мы не сможем бороться с туберкулезом. И наоборот, они не смогут выжить без противотуберкулезного препарата. Потому что больные ВИЧ-инфицированные за всю жизнь 50% имеют риска за всю свою жизнь заболеть туберкулезом, а до 1 года 10-15% риска заболеть туберкулезом. Поэтому эти основные принципы – комплексность, поэтапность лечения. То есть мы больного отправляем на санаторно-курортное лечение после стационара, после интенсивной фазы, а дальше на амбулаторный этап лечения. Это такой треугольник получается – стационар, санаторий и амбулаторий. Санаторий также бесплатное лечение мы направляем, и более того, те, которые работают, они в санатории получают больничный лист. Тобто це так само не форма відпочинку, а форма лікування. Да, конечно. И последнее – это непрерывность лечения. То есть, если мы прерываем лечение, то в течение нескольких недель образуется устойчивая форма туберкулеза, которая может как раз и перейти в неизлечимую форму. То есть это множественная лекарственная устойчивость или широкая лекарственная устойчивость. Вот основные принципы. Лечение делится на интенсивную фазу и поддерживающую фазу. Интенсивная фаза осуществляется, как я уже сказала, с активной формой туберкулеза, распространенным, но бактериовыделением. И у кого, у каждого разное. От 2 до 3 месяцев при чувствительном туберкулезе и при множественной лекарственной устойчивости зависит от профиля устойчивости. И 10, и 12, и до 18 может. Но это не значит, что пациент будет все время находиться в стационаре. Это и государство накладное, и даже плохо для больного, потому что может быть внутрибольничная передача инфекции. Поэтому как только 2-3 недели необходимо для того, чтобы больного бациллировать, если он действительно будет лечиться. А у нас лечение контролируемое, очень под строгим контролем больные принимают лечение. Это самая основная работа наших сестер. И после бациллирования через 2 мазка, которые мы получаем отрицательно, больной может перевестись на амбулаторный этап лечения, если нет детей до 18 лет, в общем-то. Если есть дети, то... Но если он бациллярный, конечно, нет. И отделение у нас оно сейчас называется не диагностическое, для не бактериовыделителя, но уже с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которые я перечислила, и легочной патологии, желудочный, сахарный диабет, ВИЧ-инфекции, но только в состоянии декомпенсации они госпитализируются с целью улучшить самочувствие, подобрать лечение им, потому что наши препараты, они очень токсичны, могут вызвать осложнения, и мы подбираем схему лечения. Это чувствительные препараты первого ряда, для которых второй ряд нужно, потому что определяется, комиссионно делается, устанавливается диагноз, комиссионная эффективность определяется, а после, когда врач решает выписку больного, у нас составляется маршрут пациента совместно с пациентом, с врачом и региональным фтизиатром, то есть по месту жительства. Мы за 2 недели предупреждаем, а за несколько месяцев отправляем препараты, чтобы он был обеспечен противотуберкулезными препаратами для того, чтобы он пришел на готовом. То есть уже мы выбираем... Чтобы лекувание не прерывалось. Абсолютно верно. Мы сегодня выписываем, даем препараты, уточняем, что он сегодня принял последний препарат, а завтра доктор уже ждет, мы в телефонном режиме и лист маршруты даем, где указывает, какой же выбор
выбран модель лечения. Если больной, допустим, по сопутствующим заболеваниям, он тяжелый, это будет лечение на дому. Поэтому на дому привозят волонтеры, медсестра. И... Ей такая можно вести. Да, но это обязательно. Если это амбулаторное лечение, то это приближенный к больному. Я хочу сказать, что раньше было вертикальное расположение, вертикальный подход к больному, а сейчас горизонтальный подход. Пациент в центре, и к нему все приходят. Психиатр, нарколог, инфекционист, фтизиатр, терапевт. Это горизонтальное. Вот эта программа, которая существует с 2005 года, ДОЦ, там ДОЦ плюс, остановим туберкулез, а теперь конец туберкулеза. Это все направлено. И не только на лечение, но и на обучение медперсонала. Я дякую вам. У нас ще одна хвилина буквально залишається. Я хотіла би декілька слів про профілактику, тому що ми пояснили, які тривожні симптоми, пояснили принципи лікування, а про профілактику хоча б декілька слів. Знаєте, профілактика должна начинаться з перших жизнь человека. Первых дней жизни. То есть ребенок родился, и на 3-5 день уже должна быть профилактика. У нас в стране принята специфическая иммунопрофилактика, вакцинация БЦЖ, для того, чтобы у ребенка, который столкнется с окружающей его жизнью, был иммунитет от туберкулеза. Дальше специфическая профилактика включает в себя ревакцинацию в 7 лет жизни. То есть мы подкрепляем иммунитет детям, у которых он угас, который мы выявляем по проведению пробы МАНТУ. Это специфическая иммунопрофилактика. Далее существует специфическая химиопрофилактика, когда мы выявляем, если говорить о детках, по пробе МАНТУ детей из групп риска и проводим их препаратами медицинскими химиопрофилактику. Есть санитарная профилактика, это в очагах туберкулезной инфекции, для того, чтобы разобщить контакт с больным, гигиена кашля, это дезинфекция, проветривание, да, выполнение инфекционного контроля. То есть есть очень много методов профилактики. Это и санитарное образование, то есть повысить уровень знаний больных, как себя вести с больным, что надо сделать, чтобы не заболеть, как укрепить свой иммунитет. Это очень большой вопрос вы задали. И главное, дотримання ще здорового способу життя, конечно, дбати про себе щодня і щогодини. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую за таку цікаву, корисну інформацію. І бажаю вам всього найкращого. Прощаюся, сподіваюся до наступних зустрічей в нашій студії. Обов'язково, спасибо. Прощаюся із вами, шановні глядачі. Залишайтеся надалі з телеканалом «Миколаїв», щоб знати більше. На все добре.